Свечение, которое вы успели заметить на концах катушек, это свободный разряд электричества, коронный разряд или корона, как его еще называют. Но на самом деле это свечение не что иное, как маленькая молния, а шипение, которое вы слышите, это самый настоящий гром. Ну, сами понимаете, какая молния, такой гром. Первый эффект называется лестница Якова. Дуга, которая поднимается вверх, очень похожа на огонь, но хотя ничего общего она с ним не имеет, это тоже плавно. Можно сказать, что перед вами представлено короткое замыкание в 20 тысяч вольт. Просто менять цвет, частоту колебаний и длину дуги. Инертных газов у нас 7. Это гелий, аргон, неон, ксенон, радон, криптон и оганесон. Радон мы с вами не увидим, так как он является радиоактивным, так же как и оганесон. А вот остальные инертные газы и смеси увидите прямо сейчас. Дамы и господа, поприветствуйте повелитель молний Мегаволь!
дает. Смотри, и что там образуется? Извините, новая вселенная. Ну-ка, нейтронная звезда у вас получилась. Давай, опять соединяемся. Так, сейчас. Поближе. Thank you.
Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Зажимать волшебство начинается! Проверяйте мед на качество. Это всем подойдет. Вы можете дома мед проверять. Это очень легко делать, как вы поняли. Каждого сорта вина, ребят, либо вот сушеная форелька, либо водичка. То есть запиваем, заедаем, перебиваем вкусовые качества. Договорились? Да. Договорились. Ну что, начнем, наверное, да? Так, кто не выпивает алкоголь, подойдите ко мне поближе. Когда подрастете, будете в первых рядах. Ну, остальным я тоже буду наливать, да, ребят, остальным. Ну, на запивон для чачи обязательно. Ну что, начинаем, наверное, да? Да. Итак, под первым номером сейчас я вам предложу попробовать белого вина, сорт винограда Аусурхуа. Сможете выговорить Аусурхуа? Аусурхуа, да. Это самое легкое вино моей коллекции. В нем всего лишь от 8 до 9 градусов. Оно считается нежно-дамским вином. Семейство Изабеллы. Но это... Ну, это, ребята, поздний сорт винограда. Сбор винограда проходит середина-конец ноября. Есть такой термин, как ледяное вино. Вот ледяное вино делается после морозов. Вот этот сорт винограда, он нуждается, просто нуждается.
банкетный зал в доме заменял обеденную зону, так как у Сталина в доме не было кухни. Сталин не любил лишнего движения в доме и посторонних запахов, поэтому сталинская кухня находилась на молочном водопаде, вы проезжали ее. Оттуда готовую пищу доставляли с помощью катера, и только после дегустации накрывали стол в банкетном зале. Сталин находился в доме абсолютно один. Охрана была на улице численностью в 300 человек. Сталин выбирал место посередине, так, чтобы он мог видеть происходящее на улице. Точнее, наблюдал за своей охраной. В случае чего, в каждой комнате были предусмотрены кнопки вызова охраны. Не на спецзаказу с грецкого ореха под рост Сталина. Рост Сталина составлял 1,57 м по нашим данным. Кровати раздельные во всем доме из-за матрасов, так как привозили лечебные матрасы с морских водорослей и конского волоса. Thank you.
сейчас мы находимся на Розы Пик. Это 2320 метров над уровнем моря. Горы великолепные. Это самая высокая точка курорта Роза Хутор. Погода прекрасная, нам даже здесь совсем не холодно. Все чудесно. Мы в восторге. Продолжение следует...